Как найти источник дополнительного дохода в интернете, если я ничего не умею и мои навыки владения компьютером оставляют желать лучшего? Примерно такой вопрос я регулярно получаю от своих подписчиков. И чтобы на него ответить, специально для вас я записал это небольшое видео. Обязательно досмотрите его до конца, потому что в нем я расскажу о самом простом и доступном на сегодняшний день способе заработка в интернете для начинающих, который будет приносить вам до 100 тысяч рублей в месяц без каких-либо технических трудностей и заморочек. Здравствуйте, меня зовут Антон Рудаков. В интернет-сообществе я известен как специалист по привлечению трафика из ВКонтакте, сотрудничаю с известными экспертами и онлайн-школами, а также провожу собственное обучение и тренинги по лидогенерации социальных сетей. Но сегодня речь не об этом. И все мои регалии в инфомаркетинге никак не относятся к тому, что я собираюсь вам в этом видео рассказать. Существует одна большая проблема, с которой сталкивается абсолютно каждый новичок, который приходит в интернет в поисках дополнительного дохода. Заключается она в большом выборе вариантов для самореализации, каждый из которых требует определенных компетенций. Проще говоря, в интернете множество способов заработка. Но чтобы достичь в той или иной сфере хороших финансовых результатов, требуется потратить уйму времени и денег на приобретение соответствующих навыков, знаний и, конечно же, опыта. И ладно, если вы никуда не торопитесь, можно спокойно обучаться и развиваться. Но в большинстве случаев у людей нет такой возможности, а найти какой-то дополнительный заработок здесь и сейчас все равно хочется. Именно поэтому я и записываю для вас данное видео. Потому что хочу поделиться с вами одним таким способом, который идеально подойдет вам, если вы остро нуждаетесь в дополнительном доходе, но не знаете, за что зацепиться. Неважно, какой у вас уровень компьютерной грамотности, сколько вам лет и где вы проживаете. Не имеет никакого значения также и то, есть ли у вас какие-то навыки или нет. Данный способ прост как дважды два, и справится с ним абсолютно каждый. Потому что все, что от вас потребуется, это наличие любого надежного устройства под рукой, ну, будь то ноутбук, планшет или даже смартфон, интернета и 30 минут в день на выполнение совершенно простых действий. Заработок, которым вам предстоит заниматься, заключается в оказании одной очень востребованной и прибыльной услуги, за выполнение которой вы сможете получать вплоть до 3000 рублей за раз. Сейчас объясню, что это за услуга. Смотрите. Интернет состоит из сайтов, которые посещают люди, чтобы получить необходимую им информацию. У каждого сайта есть свой владелец. И каждый владелец стремится к тому, чтобы на его сайт приходило как можно больше людей. Ведь благодаря этому он зарабатывает и может дальше развивать свой сайт. Чем больше посетителей у сайта, тем выше заработок его владельца. Но сайтов в интернете очень много, и все они друг с другом конкурируют за внимание посетителей. Для того, чтобы люди чаще заходили на сайт, он должен находиться как можно выше в поисковой выдаче Яндекса и Гугла. Это понимают и сами владельцы сайтов, а поэтому с помощью разных методов продвижения всячески стараются пропихнуть свои ресурсы наверх. Один из главных методов заключается в покупке и размещении специальных ссылок, ведущих на сайт. Чем больше у сайта ссылочная масса, тем выше его авторитет и позиции в поисковых системах. Поэтому всем владельцам нужны ссылки на их сайты. И именно эту услугу по размещению ссылок вы будете им предоставлять. Преимуществ подобной работы огромное множество. Во-первых, она максимально простая и понятная. Даже если вы никогда не слышали ни о каком продвижении сайтов и вообще в первый раз зашли в интернет. Она не потребует от вас никаких специальных знаний и умений. Вам не нужно будет заниматься скучной, рутинной работой, что-то делать и настраивать. Не нужно будет создавать никаких сайтов, работать с социальными сетями и YouTube. Во-вторых, вам даже не придется работать вручную, потому что все происходит автоматически и с помощью специальных сервисов. Все, что вам нужно будет сделать, это нажать несколько кликов мыши, после чего сервис сам выполнит всю работу по размещению ссылок, предоставит вам отчет, а вы передадите его заказчику. В-третьих, вам не нужно искать заказчиков.
И это то, что отличает данную работу от большинства других. Заказчики сами будут связываться с вами и первыми будут вам платить. Вам не придется рисковать своими деньгами. Если вам и нужно будет понести какие-то расходы на работу с сервисами, то эти расходы будут идти за счет оплаты ваших клиентов. В-четвертых, это уникальный случай, когда работать можно абсолютно с любого устройства без потери качества. А сама работа отнимает не более 30 минут в день и сводится по большей части к легкому шаблонному общению с заказчиками. Это идеальный вариант для тех, кто в силу высокой занятости, проблем со здоровьем или других причин не может уделять много времени дополнительной работе за компьютером. Ну и в-пятых, это высокая актуальность услуги. Данная услуга будет востребована всегда, пока существуют сайты, и она будет приносить вам хороший доход еще очень долгое время. Сколько именно можно на этом всем зарабатывать? Смотрите, я приведу вам пару примеров. Когда я занимался этой услугой, у меня выходило стабильно до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя даже сейчас, когда я вовлечен совершенно в другую сферу, ко мне все равно обращаются старые заказчики. И я не отказываю им в удовольствии помочь с ссылками за небольшое вознаграждение. Ибо это очень легкие, плевые деньги. В то же время один мой хороший друг, и он же наставник, который обучил меня этой услуге, за весь прошлый 2018 год заработал на ней больше 2,5 миллионов рублей. Понимаете масштабы, да? Человек работает по полчаса в день, не особо напрягаясь, а поднимает за год столько, сколько другим приходится отрабатывать все 10. Справедливо? Не знаю. Но таковы реалии жизни. И главное, что интернет дает вам такую же возможность. Тем не менее, я не буду обещать вам баснословных денег с самого начала. Ведь я и мой наставник собаку съели на этой услуге, а вам еще только предстоит с ней познакомиться. И все же вам будет гораздо проще, чем нам с ним. Потому что благодаря моему опыту и знаниям, для вас уже проложена ровная прямая дорога к гарантированным результатам. Все, что вам нужно сделать, это просто выполнить мой простой, отработанный алгоритм действий. И уже на этой неделе вы сможете вывести себе на карту свой первый полноценный заработок. Специально для того, чтобы выяснить, насколько прост и понятен мой способ новичкам, а также то, сколько они реально могут с помощью него зарабатывать, уже в первый месяц, я поделился своими обучающими материалами с 3 членами своей закрытой группы в Телеграме. И вот каких результатов они добились. 50, 60 и 30 тысяч рублей. Ну да, это не 100 тысяч рублей, но для первого месяца, для новичков, я думаю, это неплохая прибавка. К тому же доход имеет тенденцию все время расти, так как помимо новых заказчиков к вам будут регулярно возвращаться старые. Особенно я хочу обратить ваше внимание на вот этот скриншот. Это результаты женщины, которая смогла заработать пусть и небольшую сумму по сравнению с другими, но и не маленькую, особенно в контексте тех обстоятельств, с которыми она столкнулась. Коротко расскажу ее историю, потому что она очень показательная. Женщину зовут Ольга, ей 64 года. Проработала полжизни в школьной библиотеке, получая крошечную зарплату, а когда вышла на пенсию, столкнулась с еще более жестокой реальностью. Пенсии вовсе не хватало на жизнь. Хорошо, хоть внуки помогали. В прошлом году на день рождения Ольга Ивановна получила от своих внуков в подарок планшет, чтоб не скучно жилось, который долгое время был для нее непреодолимым препятствием в мир высоких технологий. Несмотря на трудности, она каким-то образом проникла в интернет и узнала, что в интернете можно зарабатывать. И для нее это стало таким откровением, что весь следующий год она из этого интернета просто не вылезала. В надежде отыскать хоть что-то, что могло бы принести ей хотя бы небольшой дополнительный доход и избавить от сидения на шее у детей, она каким-то образом наткнулась и приобрела мой обучающий курс по добыче трафика из ВК. Не знаю, как так получилось, но эта покупка была обречена на провал с самого начала. Потому что, по иронии судьбы, она даже не знала, что такое ВК, не говоря уже о таких вещах, как трафик, рассылки, партнерки и так далее. Уровень ее компьютерной грамотности был настолько низок, что она ничего не поняла из этого курса и, конечно же, ничего не заработала.
но при этом долбила меня нескончаемыми вопросами. Да так, что я настолько устал, что впервые в жизни сам предложил клиенту, то есть ей, вернуть средства, которые она заплатила за обучение. Ну, только для того, чтобы прекратить и ее, и мои мучения. Она отказалась, заявив, что будет разбираться. И вызвала у меня огромное восхищение. Деньги я ей не вернул, но из уважения добавил свою закрытую группу в Телеграме, чтобы ей, кроме меня, помогали во всем разбираться другие ее участники. Именно эта женщина и побудила меня создать новый курс, который я сейчас вам презентую. Я понял, что таких, как она, очень много. Много людей, которые не имеют представления о том, с чего начать, которые не обладают никакими навыками и для которых компьютер – это нечто очень сложное и запутанное. Для таких людей нужно что-то максимально простое, понятное и эффективное. Без рутины, без технических тонкостей. Так, чтобы выполнить одно действие и получить за него награду. Именно ее отзыв, ее заработок, аж 32 тысячи рублей в первый же месяц, что почти в два раза больше ее пенсии, является для меня самым ценным. Потому что доказывает, если справилась она, то справится абсолютно каждый, и вы в том числе. Поэтому прямо сейчас я приглашаю вас на свое обучение по заработку в интернете. Если вы новичок и хотите обрести простой и надежный источник дополнительного дохода в сети, прямо здесь и сейчас, без специальной подготовки, то это обучение именно для вас. Читайте подробности ниже и присоединяйтесь. Спасибо за внимание и до встречи на курсе.